Достижения, инновации, технологии и перспективы развития сельскохозяйственной науки и текстильной промышленности. Тема симпозиума, посвященного столетию научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка при Министерстве сельского хозяйства. Участники проанализировали научно-практические достижения, инновационные решения и определили перспективы развития сельскохозяйственной и текстильной промышленности. В Узбекистане годовая продолжительность солнечных дней составляет 2500-3000 часов, что является отличным условием для выращивания хлопчатника. Соответственно, за это время аграрии нашей страны накопили богатый опыт в этом направлении. Как итог, наша страна находится в первой десятке среди хлопкосеющих стран. Без хлопка очень сложно, это стратегический продукт. И мы теперь начинаем учиться у вас, узбекских почвоведов, селекционеров. Я считаю, что вы являетесь лидерами в области сельского хозяйства. В сегодняшний день действительно Узбекистан в сельскохозяйственном научном плане является лидером для всей мировой науки. Итак, что было на симпозиуме? Состоялся прежде всего анализ научно-практических достижений, инновационных технологий и определенные перспективы развития сельскохозяйственной науки и текстильной промышленности. Ставится задача применения инновационных технологий. Например, при капельном орошении мы сэкономим воды на 30-40%, повышается эффективность применения удобрений на 15-20%, также повышается урожай хлопка сырца на 20-30%. Эксперты и научные деятели из 15 стран поделились мнениями о том, на что лучше всего сделать акцент. It's an honor for us to be here. As a main sponsor company. Для нас это большая честь участвовать в симпозиуме в качестве главного партнера. Мы наблюдаем большой прогресс с точки зрения внедрения технологий и инноваций в агросферу Узбекистана. Наша компания оказывает поддержку в предоставлении техники и внедрении ноу-хау при проведении исследований в хлопководстве. У нас имеется 4 современных проекта в разных регионах вашей страны. В будущем планируем расширять сотрудничество с рынком Узбекистана. По окончании симпозиума ожидается подписание международных меморандумов. Данные соглашения способствуют развитию семеноводства и разработке новых инновационных ресурсосберегающих технологий в хлопководстве. Будут расширяться ареал экспорта семян наших сортов. Спрос на наши сорта очень большой, и этот спрос расширяется, увеличивается год за годом. Двухдневная программа симпозиума включает пленарные доклады и работу круглого стола. Решение проблем, поднятых в ходе дискуссии, повысит экономическую эффективность сельского хозяйства и текстильной промышленности не только Узбекистана, но и других стран-участников.